Всем. Мы здесь, чтобы вам рассказать о этом, который может вам дать жизнь. Иисус, Он может вам дать жизнь, только Он. Даже если ты знаешь Его имя, это слишком мало. Нужно принять Его как своего Спасителя и Господа. Не хватит, чтобы знать Его имя. Его нужно знать лично. Если ты придешь к Нему и скажешь Ему: «Иисус, я хочу, чтобы Ты был моим Господом и Спасителем», Он верный, Он придет, и Он изменит твою жизнь. Я не знаю, какая твоя жизнь, какая у тебя судьба. Может быть, ты из Украины. Может быть, ты страдаешь, и твоя семья страдает. Но я тебе хочу сказать, что независимо от обстоятельств, у тебя может быть настоящая жизнь в Иисусе. Если ты будешь жить с Ним, если ты поверишь в Него, если ты отдашь Ему свою жизнь, ты будешь безопасным, независимо от обстоятельств. И это самое большое сокровище, чтобы не переживать за это, что происходит в этом мире сегодня и завтра. Только чтобы знать, что независимо от этого, что произойдет, ты безопасный, ты в Христе, у тебя есть жизнь, только в Нем жизнь. Все остальное – это ложь, все остальное – это чепуха. Я пришла к Иисусу много лет тому назад, и Он никогда меня не разочаровал. Он всегда был со мной, всегда мне помогал и всегда меня вел. Я знаю, что это мой самый лучший друг. Самый лучший друг. И я советую каждому человеку, чтобы поверил в Иисуса, чтобы доверил Ему, потому что Он настоящий друг. Он Бог. Нету Бога, кроме Него. Только в Нем спасение. Если ты хочешь настоящей жизни, ты скажи Ему, что ты нуждаешься в Нем, что ты веришь, что Он умер за твои грехи и что Он воскрес. И ты попроси Его, чтобы Он стал твоим Господом и Спасителем. Если ты это честно делаешь, если ты это из твоего сердца делаешь, Он придет к тебе, и у тебя будет вечная жизнь, у тебя будет это сокровище, это настоящее сокровище, вечная жизнь в Иисусе Христе, и ты пойдешь на небеса, когда умрешь, независимо от того, завтра ли ты умрешь, через 10 лет ты умрешь, через 30 лет ты умрешь. Независимо от того, ты просто пойдешь к Нему. Это очень важно, что ты слышишь сегодня. И ты не случайно здесь. Я тебя очень прошу, чтобы подумал об этом всем. Если хочешь, можешь к нам еще подойти, помолиться. Если хочешь поговорить, подходи, пожалуйста, мы еще будем что-то говорить. Иисус, я жизнь.